Сегодня состоится встреча Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Пандемия больно ударила по основной на туризме экономике Армении. Ясно, что первой ключевой темой будут цены на газ. Об этом в беседе с корреспондентом «Ахарас» сказал российский эксперт Александр Разуваев, который входит в топ-10 самых влиятельных финансовых аналитиков России. Цитата. «Для «Газпрома» рынок Армении не принципиален, он слишком мал. Хотя, конечно, меня, как миноритария «Газпрома», дисконт по цене не радует. Но главное – это, конечно, оружие. Россия твердо держит второе место по экспорту вооружений со среднегодовым объемом продаж в 15 миллиардов долларов. Портфель заказов – 60 миллиардов долларов. Первое место – США, но страны НАТО должны покупать американское оружие добровольно, принудительно. А Россия работает на рынке вооружений исключительно на коммерческой основе. Однако проблемы с экспортом в Армению – две. Конфликт с Азербайджаном показал, что армяне – слабые воины, и российское оружие в их руках – это антиреклама. Но главное другое – денег у армянской казны нет. То есть Ереван просит у Москвы оружие бесплатно. Вот только кроме казны есть еще и армянские олигархи, которые делают бизнес в России, Франции или в США. Почему бы им не скинуться и не помочь Армении? Думаю, это правильно. Кстати, если в Москве откажут, Ереван может попросить бесплатное оружие у Парижа. Посмотрим, какой будет ответ, отметил собеседник Ахарас. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!